Добрый день, Ивану про Манилёв с Косточковых. Купили 4 года назад дом с садом. Это письмо пришло. Все вишни больные. Это я переписку взял из моей же, это, из моего сайта. Все вишни больные. Урожая не видели. Опрыскивала кроны весной и после урожая фитоспорином. Ну, вроде не яд, бактериальный препарат уже. Помогает не всем. Но сначала заметила полипы. Дерево с большими старыми дуплами. В результате обрезки разломов весь ствол пята грибов. Внимание! Я не виноват. Передрал один к одному. Внимание! Но молодая корневая восстановительная польза уже 1,2 метра. Этого же дерева абсолютно здоровое. Если бы это была классическая болезнь, тоже бы, наверное, заразились. Ну, как вас поцеловать-то? Вас Ириной зовут. Ирина. Как вас поцеловать? Далеко не дотянусь. Но есть же нормальные люди-то. Наверное, потому что у вас нет высшего образования агрономического. А может и есть. Итак. Если бы была классическая, тоже бы заразилась. Постепенно обновляя сад. Посаженные вишни, сеянцы, саженцы, абрикосы, сливы. Который год, которым 2 и 3. Но один саженец, сеянец не заболел. Я не слишком хороший садовод. Просто люблю сад. Но из моего скромного опыта совет. Сажайте новые деревья, лучше сеянцы. Можете попробовать фитоспорин по кроне старых. Но я бы тем более пробовать не стал. Но я уважаю человека. Если советует фитоспорин по кроне старых, пусть советует. Главное, молодые косточковые не загубить. Так что статьи и семинары Железова, то есть ВК, вам помощь, Нижний Новгород. И тогда я родил постулат. Я его давно родил, но его надо весь суток проходить. Итак, все плодовые деревья делятся на искалеченные и здоровые. Видели ее пример? Искалеченные деревья, в свою очередь, делятся на искалеченные климатом, мигранты, блин, и режущими инструментами. То есть или климат, или режущий инструмент. Искалеченные климатом вылечиваются сами. Нельзя их лечить. Помощь садовода опасна и смертельна. Вы помните, с чего мы начали? Раны от ножей, секаторов и пил не зарастают никогда. Никогда. Это я говорю патологоанатом. Не только первой в стране, единственной в стране. Попробуй кто-то доказать. Кто-то сотни ран сделал поперек. Уже не калеча деревья, а ища причину. Это постулат. Почему? Перерезаны сосуды. Сосуды. И я вам показываю, как я учил Тимошу. Тут промелькнуло у меня в гостевой или где-то в ВКонтакте. Кто-то мне сказал, ну, раз уж мы больны, ну, я бы один раз пожаловался на болезнь. Вы видите, какой я больной? Вот. Совсем не похож. Ну, как один раз как-то пожаловался. Да я пожаловался, что мне вот эти вот сердце останавливает. Вот эти вот самые странные советы. Вот. А мне сказали, может быть, Тимоша, он уже растет, ему уже 11-й, 10,5, может, он пока нам лекции почитает. Представляете, доверие какое? Даже говорю, а чему я учил ребенка? Итак, я долго думал, почему деревья искалеченные болеют, покрываются тучей этих самых, сами знаете, насекомых каких, рано умирают, а неискалеченные живут, вот. Видите как? Главное, молодые косточки не загубить. Вот, сажайте сеянцы, вот, лучше сеянцы. Ну, короче, вы поняли. И я тогда взял и нашел причину, как у нас есть деревья 10 метров. Ну, наши, у меня только несколько деревьев превышает 10 метров. Ну, ладно, берем 10. Есть деревья, там, секвой и прочие разные в этих тропических лесах до 100 метров. 100 метров невозможно себе представить, как может жидкость из корней преодолеть 100 метров. Это 10 атмосфер.
Это ужас, это такое невероятное давление. Представляете? Это тихий ужас. Вы попробуйте нырнуть воду. Ну ладно, не буду отвлекаться. Итак, смысл. Вот это я вам показываю, может, мое открытие. Потому что ученые некоторые говорят, ну кто как, кто разводит руками. Ну невозможно представить, чтобы насоса нет вот этого. Да еще не просто насос, а насос с высоким давлением подачи воды. На 100 метров поднимается. Как? Невозможно. А я объясняю, как. На любую высоту можно поднять, если вот тут вот кончик вот тут, а там чуть выше. Взял, создал вакуум. И теперь вытечет вся эта. Почему? Вот перепада уже достаточно. То есть не это. Если наши деревья достигают 10 метров, это одна атмосфера. Так? Это очень много. Очень много. Насосы и то не каждый дает столько. Вот. Вернее, дают, но уже как бы с цифры сопоставимы. Насоса нет, корни поднимают. Вот как они. Это моя догадка, это мое доказательство, потому что по-другому быть не может. Там есть корни. Там есть корни. Смотрите. Видите? Вот. И внутри сосуды. Сосуды. Они не просто туда жидкость поднимается. Она может подниматься только по сосудам. Одни сосуды вверх, одни вбок. Видите? И подняв до высшей точки, заметить саженец целый, не обрезанный, так? И спускается влага вниз. Только вот этот корень, по которому спускается влага, вот один из этих корешков, самый-самый какой? Глубокий. Вот отсюда, например, поднимает, сюда спускает. Вы поняли, для чего нужен центральный корень? Вот специалисты в 19 веке, в 18 придумали слово пикировка. Пикировка – это ампутация центрального корня. Чем думали? Не каждое дерево погибает, выживает, обрастает множество мелких корней. Ух, вот они, их как раз на продажу. Видели, какие корни у саженцев? А то, что саженец неполноценный, то, что в аномальную зиму некому поднять будет воду с большой глубины. Чем глубже, тем больше минеральных солей, тем ниже точка замерзания. В школе проходили, ну, если бы в школе бы нормальная была биология, чтобы не просто она, учительница, мне показала, то есть показала, допустим, 30 школьников, допустим, да? Допустим, 30. Вот. Но почему-то я один, наверное, только запомнил, что вот если... Вот она замерзла при ноле, а если вот взяли щепотку соли, вот 0 градусов, минус 1, а она не замерзает. А я вам объясняю, это очень важно. А почему я вам объясню, почему так подробно, почему это надо? Может быть, не вам, а вашим детям, а таким детям. Если вот здесь дырочку проделать, вода перестанет течь. Вы поняли, почему я ненавижу обрезку, кроме вынужденной? Поняли? Да, вынужденная обрезка. Да, дерево поболеет, дерево зарастит эту ранку. Вот. Где-то появится новый путь для вот этих самых. Вот. Здесь этот маленький. А представляю, надо садить вот тут, обрезать. Почему? Даже эти корни, я считаю, нарушены. На новое место. Пока приживется, уже обрезка нужна. Но она теперь будет не вот так, а вот так вот. Если видно курсор, вот, а вот так вот будет. Вот. Поболеет и ладно. Вот это я хотел сказать. И вот на 100-метровую высоту вода вот так поднимается. Но дерево растет постепенно, постепенно, постепенно. Вылазит на сантиметр, на 2, на 3. Тут нет проблемы, тут совсем такой маленький перепадик давления. Вот, маленький. А оно будет расти, и вот уже наша сибирская достигает 10 метров. Лучше, лучше. Так? Я вам показывал такие вот. Вот это я хотел сказать. Почему? Еще раз. Раны от ножей, секатора, пил не зарастают никогда. Я вам уже сотни фотографий показал. Я могу показать 500 фотографий. У меня весь сад изрезан, ну как? Хотя бы по-божески. Старые деревья. Я вам показывал, как их это, как они болеют от того, что у них эти самые. Раны я делал еще на кольцо, чем себя проклинаю. Раны от ножей не зарастают никогда. Это постулат. Вот. А вот эти раны,
Искалеченным климатом. Только сами. Я вот где-то случайно нажал, и где-то там как раз был этот сейчас. Где-то там был недавно подвернулось там, где несколько этих самых выступила смола, которую мы называем. Ее правильное название живица. Ее нельзя трогать. Где-то тут она была. Где-то тут. Я просто случайно не наткнулся, когда вот тут вот искал. А, вот она. Вот она, ребята. Вот эти раны природные. Вот, представьте себе, все зажито. Вот это все живое дерево. У него огромный урожай. Я тут не знаю. Сейчас, минутку. Вот. Ай, ладно. Не буду отклоняться. Еще раз. Вот это вот огромный урожай у каждого такого дерева. У всех. Я сейчас приглашаю это самое, говорю. Мне нужен официальный представитель от науки. Ну, когда-то надо это изучать, в конце концов. Если уж самих не получается. Да, благодатное место. Я же показал, где склон, уже плюс. Уже плюс. Малоснежье. Корни преодолеют малоснежье, потому что они-то из Катаринских гор. Они не боятся морозов, эти корни. А малоснежье, это значит, видите, основание прекрасное не за это. Не гниющее основание. Ну, я сейчас к теме. Нельзя вот сейчас вот эти вот выделения, вот, по науке кометь, по-простому живица, слово жизнь, они вылечили, где были страшные трещины, они их залечили. Все, а теперь я беру и жую вот эти с больными зубами. Вот эти вот, я прошу прощения, откусываю понемножку и жую. Это живица. Предложено взять вот это полностью, вырезать ножом. И это, говорят, современная, рядом с нами, 21-й год, крупнейший специалист по косточковым культурам, по тем же абрикосам. Вырезать. Ну а дальше, помните, я издевался, чем замазать? Свежим коровьим дерьмом. Доставьте вы их в покое. Вот, представляете, вот вся вот эта моя, все мои эти основанные, меня ругали. Вы говорите, как надо, а как не надо, не надо, пусть живут. Да как живут-то, все равно из тысячи меня послушают двое. Увидят, скажут, ура, заросло. А 998 вырежут. Я для них стараюсь, для будущих поколений уже. Я показал первую фотографию Тимошку. Только из-за этого показал. Только из-за этого. Что уже студентов на 50 лет моложе меня, 22 года кончает институт в среднем. Ни один этого не знает. И тоже будет барабанить, как это. Они все скелетные ветки отрезать, не имея понятия, для чего они дереву нужны. Вот. Вот это вырезать напрочь. Представляете, сразу дерево превратить в инвалида. Ну, 100 лет расти еще. 30-летнему показывал. 38-летнему показывал. Теперь возвращаемся, где были. Вот. Помощь садоводам опасна и смертельна. Я надеюсь, вам доказал это. Еще буду доказывать. Нельзя отрезать полностью, потому что перерезаются сосуды. Вот. У меня уникальные фотографии, их нет ни в одном учебнике. Вот. Студенту уже можно объяснить, да, Господи, это, что есть центральный корень для создания антифриза. Он на основании крепкого, очень густого, как бы его назвать, как мы называем соли, труднорастворимая соль. Во, есть такое понятие. Вот. Ну, труднорастворимая – это когда субнабор большой. Вот. Ну, ладно, мы не будем делить на труднорастворимое и легко растворимое. Какие есть в том месте, где вы живете, такие и будут. А вот этот корень, вот он. Я готов свои фотографии для будущих учебников представить. Ну, должны же понимать-то люди. Берем, значит, это и показывают. Держит, сажает на весу. Ладно, крону колись. Корни отрезает, говорит. Корни подровняем. Чик-чик-чик-чик. А потом родится вот это. Самое страшное, когда студенты заканчивают вузы, а я все-таки уже будущим поколением, мне уже скоро уходить. Вот. Я так не говорю без грусти. И знаете, как в моем возрасте уже привыкаешь к этой мысли. И никакого трагизма. Ну, уйду и уйду. И там тоже есть
Там тоже есть сад. У меня там все равно худо-бедно, а лопату дадут. Вот. А вот смотрите. Вот человек, который ничего не смыслит, берет и рисует то, чему взбредет голову. Скажите, сильно похоже? А? Сильно похоже? Я беру и думаю, как он его рисовал? Я такой в английской книжке видел. Жаль, что мне в голову не приходило, что мне надо было, еще я был молодой человек, эти книжки воровать. Мол, типа потерял, заплатить. Видите, я перевернул. Что изменилось? Ну-ка. Взять, умудриться, изобразить такие же корни, как и крона. Поняли, что делать? Фантазии никакой, никакого понятия, что корни яблони, груш принципиально отличаются. Корни вишни, черешни принципиально. Персика от этого, у нас три родственника. Персик, абрикос, слива. Все разные. Ни малейшего понятия. Я пишу, большинство форм, это назвал слово, не добавить этот, корни. Ну, в целом, и корни, и кроны. Большинство форм выдумано. Придумана идеальная вот такая вот. Вот один из примеров, вот это. Сейчас на место верну. О, вернул. Куда ты делся? А, вот никуда не делся. А вот это мне надо было объехать, но не проехать. Здесь эрозия полностью, полностью обнажила корни березы. Ну, а вот это нарисовали на все случаи. Вот это ствол, это крона. На все случаи жизни. И вот с такими вот знаниями выходит это, не зная ни вот этого. А это груша. И надо знать, что она абсолютно отличается от корней этой самой яблони. Но мы это проходили. Это бесценные снимки. Сама природа выкопала корни, чтобы я ехал мимо и сфотографировал. Сама природа.